Всем большой привет, с вами канал Kids Playbox, и сегодня у нас встреча с героями любимого мультфильма про котят в игре под названием «Три кота готовим вместе». Так что устраивайтесь поудобнее, жмите большой бодрящий лайк под этим видосиком, и мы начинаем. Вперед, друзья! Итак, смотрите, что у нас предлагается в этой игре нам. Мы здесь можем приготовить варенье, встретить гостей, ну, убрать пыль в доме, сходить в магазин за продуктами, приготовить сладости и печенье, да? Так что наш Карамелька предлагает нам вот столько всего интересного в этой игре по мотивам этого любимого мультфильма про котят. Ну, давайте начнем, пожалуй, с готовки варенья. Давайте. Так, сначала мы должны с вами собрать ягоды для варенья. Ну, конечно же, собрать ягоды. Так, то есть грибочки нам не нужны, а нам нужны только ягоды. Окей, давайте. Ага, что ж, мы поняли, да. Угу. Как нам начать-то? О, так, 3, 2, 1, поехали. Двигаем, ой, двигать корзинку надо. Ой, подождите, помидоры нам не надо. О, вот ягоды надо. Ага, мы должны собрать ягоды только. Ой, промахнулись. Огурцы тоже не нужны. Хотя из огурцов тоже можно взять варенье иногда. Может быть, разное варенье совсем. Ой, из желуди, из орехов тоже может быть. Так, ну, у нас в этот раз ягодное варенье. Она такая какая-то... подожди, а клубничка нам тоже не нужна. Вот. О, собрали. Вот так, столько вот ягод. И для этого мы... дальше будем готовить варенье. Ага, говорит, я знаю, как приготовить варенье. Карамелька все у нас умеет. Так, сахар у нас и ягоды. И водичка, конечно же, да. Наливаем из чайничка воды. Ого! Такой маленький чайничек, а налила целую кастрюлю воды. Круто! Какой-то интересный чайник. Так, давайте. Эй, давай. Давай-давай. Ягоды. Кидаем ягоды. Ой, прям с зелеными этими. С зелеными листочками. Ну, вот такое вот будет варенье. Ничего, все сварится, да? Окей, дальше что там, сахара засыпать? Все засыпем щедро сахаром, и будет окей у нас. Так, помешаем ее это все это половничком. Ой, сразу как размешала, классно. В три движения сразу сделали уже варенье. Так, закрываем и варим. Оу-оу-оу, что-то варится-то быстро так. Все? Ух ты, как быстро варенье приготовили. А, пришел компот, варенье в банке. Я думал, сейчас скажешь, давайте его есть сразу. Так, ага, теперь компот должен найти банки пустые для варенья. Где там у них, в подвале, да? О, одна банка, вторая банка, там даже этикетки есть, да? Это очень круто, что у них уже сразу помечены все эти банки, вот, потому что есть разные банки. О, зацените, оба, и еще одну какую-то нужно банку. О, все, мы собрали все банки для ягодного варенья. Ура! Так, наливаем, чик, хоба, банку. Ого, с одного черпачка почти полную банку трехлитровую. Серьезно, что чайник у них огромный, что черпачок какой-то такой, а с виду не скажешь. Ладно, давай. Все, а, следующая банка, да, хоп, там сколько их, штук 5 было, наверное, да? Заправим все банки, будет много-много варенья, на всю зиму хватит. Так, вот так вот. Нич, варенье это дело хорошее, да? И так, можно их кушать и с чаем, и много с чем еще. Так, особенно ягодные. Все? О, а то что осталось кому? Компоту? Остатки компоту. Варенье, говорит, на всю зиму заготовили. Миу, 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 молодцы. Коты очень обрадовались, три котенка. Молодцы, все, я понял, миу, миу. Так, давай теперь. Так, следующее у нас задание. Так, варенье мы с вами приготовили. Давайте теперь, ну что у нас? Давайте вот встречать... Не, давайте сладости приготовим, да. Давайте приготовим сладости. Угу. Ой-ой-ой, сначала надо навести порядки. Совсем тут вот эта мусорка целая, а не кухня. Все раскидано, все валяется. Еще и следы черные. Кто-то босиком тут в грязных ходил лапами. Так, надо теперь все это пособирать. Да, сколько тут мусора. Сок, вперед, так не делайте никогда, да. Куча всего валяется, нет, мусор. А, вот еще мусор. Слушайте, и на плите даже мусор, елки-палки. Все. Так, пол повытирать надо. Вот это то, что там лапами натоптали, да? Так, так и так, во. Пол у нас теперь будет самый чистый. Ну, давай-давай-давай, швабра. Чё-то ты не работаешь так хорошо. Давай-давай. Ух ты, какие следы оказались нестираемые. О, стерли. Ага, теперь надо все расставить там, где оно и было. Вот пораскидали, понимаешь, все. Так.
чашку. Ура! Навели порядок, все заблестело. Так, давай, дальше. То, еще ягодки. Без ягодок будем готовить леденцы. Отлично. То есть надо тоже эти ягодки у нас сварить. Растопить, наверное, да, с сахаром. Сейчас сахар добавим туда. И водички дольем. Да, опять с мега-чайника, который наливает сразу раз, чуть-чуть, и уже полная кастрюля. Так, все это перемешать хорошенько в кашу. Воу. О, смотрите, на холодильнике у них в магнитике написано «Три кац, кац». Так, да. Три кота, в общем. Все, сварилось, да? Хорошая у них плита, варит за 2 секунды все. Так, а, леденцы — это формочки для леденцов, да? Так, не, подождите. Петушки. Ну, давайте классические петушки сделаем, да? Так, вот, ну, а как их теперь налить-то? Ну, я понял. Не, давайте петушки. О, окей, выбрали, да? Теперь что это? Черпачком наливаем. Целую кастрюлю делали для трех формочек. Ё-моё. Теперь все это в холодильник. Ну, давай. Ага, вот. Есть. Замерзает все это дело. Отлично. Ура! Все, вытаскиваем. Все, у нас три. Три прикольных леденца получилось. Ура! Для трех котят. Три леденца для трех котят. Все, смотрите, как каждому леденец. Апс. Апс. Ой, они их с палочками съели, представляете? Да, я думал, они побольше размером, что-то совсем маленькие. Нет, они для этого делали целую кастрюлю. Да, миу-миу. Вот такие вот получились мини-леденцы, микро. Да? Так, ну что у нас дальше еще интересного есть? Печенье можно изготовить. Давайте изготовим печенье. Отлично, давайте посмотрим, как тут у нас печенье делают. Воу, куда это мы на фабрику приехали? Это, наверное, там папа кот работает на фабрике, да? Этого мы будем дома делать. Не у них. Ого, сладости придумывает у них сладости, папа их. Да, думаете, легко придумать что-то новое. Сейчас говорит, да, без проблем, да? Ага, он у нас технолог, да? В этом цеху смешивают сахар, муку, молоко. Так. Дальше. Еще. Ну, как смешать-то? Давай. А, вот. Молоко. Налили молоко. Хорошо. Дальше что мы можем еще налить? А где кнопочки еще для чего-то другого? Ну, молоко мы налили, а дальше что? И как достойно все включить-то? Пим-пим-пим-пим. Окей. Покажите нам, как тут все работает-то. Отправили ее в цех, а ничего не показали, как оно там все работает. Непонятно, да? Давайте посмотрим подсказку. Ну, это подсказка, да? Или что это? Да, давай, что там, как там делать-то? Ай-яй-яй-яй. Что-то нам все совсем непонятно тут, как тут делается. Ничего не понимаю. Ну, эй, вот это загвоздка тут. Молоко включили, а дальше? А дальше неизвестно, как тут все это смешивается. Ладно, пойдем домой, посмотрим дальше. Нет, хорошо. Печенье у нас что-то не получилось. Интересно, конечно. Догадайся, как его там делать. Ладно, давайте что там еще? Сходим в магазин, что ли? Давайте, да. Окей, сходим в магазин. Воу, приехали мы в магазин за продуктами. Так. О, у нас карамелька будет покупать. Давай, продукты. Она знает лучше всех, что надо купить, да? Ага, молоко. Давай, молоко. Это, наверное, кефир, наверное. О, последнюю, кстати, бутылку забрали, да? Потом масло тоже, одну бутылочку всего лишь. И варенье. Вы же сами сделали варенье. Зачем вам варенье, ёмки? Вот вы даете. Так, хорошо, все, купили. Дальше что делать-то? Я понял, дальше что делать-то? А, что-то мы забыли, наверное. Что-то мы забыли. А что забыли, непонятно. Еще что-то надо? А, подождите. Там список был неполный. Ого, не видно было, да? Так, бананы, клубнику и зеленые яблоки. Все, отлично здесь. Следующий этап. А, на кассу теперь. О, посчитаем все. Какие вы молодцы, сами делаете покупки. Ну а что делать-то, приходится. Давайте молоко посчитали. Ого, 17 что-то. Так. Не 17, так, нолики, да? Это так показалось на кассе. Что это у нее фотография? Это ее типа котенок ее, что ли? Это мама этого котенка, наверное, кассир. На кассе поставила себе фотографию, да? Ну, так вот. О, яблоки. А че без пакетика яблочки? Вот так. Прям так накидали. Все. О, принесли. Теперь давайте все это расставим, да? Сколько у них всего интересного в холодильнике дали. Подожди, а когда мы сыр успели купить? Мы сыр не покупали. Эй, пакет тоже не покупали. Ну, яблоки, да, было, молоко тоже, такие варенье тоже.
кефир тоже, бананы брали. И это брали, да, ага. Мяу, странно. Мяу-мяу-мяу, отлично, в магазин, мяу, магазином мяу, мы справились. Мяу-мяу, да, с походом в магазин мы справились. Так, теперь нам надо что, надо вести порядки, да? Пыльная команда. Давайте пыльная команда уборку устроим. Ой-ой-ой. Ой, как тут грязно. Пыльная команда, вперед. Пыльная, почему именно пыльная? Так, давайте все это повыкидываем. Тут дух и кто-то. Так кто ж тут такое устроил-то, а? Кто ж в комнате-то столько ест все? Все? А, нет, вот еще один кус. Один еще сок. Бананы едят, сок, там огрызки всякие, бумажки. Так, собираем игрушки. Все игрушки надо пособирать в коробку. Бегом, 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 стараемся. Вот так, и вертолетик сюда же. Во, нормально, теперь надо навести порядки, швабры. Натоптали тут, понимаешь, не, да? И тут осталось еще. Давай, давай, давай. Ну, серьезно, давай, шаруди-то. Эй, швабра, работай. Вот ты посмотри, опять попались какие-то следы. Плохо вытираемые. Кто ж там наследил возле этой кровати так, а? Это надо замерить, у кого какие следы. И наказать того, что сами собирают все это. Так. Ой-ё, не котята, а поросята какие-то. О, что они с телека взяли? Вы зачем телек пробили? Вот хулиганы, ладно, то убрать. А телек, что с телевизором теперь делать? Молодцы, конечно. Что ж надо было делать такое, чтобы телевизор уже так раздолбать? Вот это да, ух ты, точно, да. Я думаю, им родители, папа с мамой, коты не скажут спасибо за это. Угробили телек. Все, от телека осталось только дымящийся корпус, да? Так, ладно, картины давайте расставим. Хорошо. Так, ага, ходики, картины, еще одна картина, и еще одна картина, и цветок. Ну, навели-то порядки, а телевизор-то что-то? А телевизор, может, в мастерскую отвезем? Да, не надо было ломать-то. Не надо никуда возить, я сам починю. Как ты его сделаешь? Экран разбитый. Ты что, его обязательно-то заклеишь, да? На, проводки, да. Тут экран разбитый, а не проводки. Причем тут проводки вообще? Ага, ладно. Ну, хорошо. Если ты считаешь, что так можно починить экран, что ж, давай попробуем. Давай. Прям электрический. Все. Ну и что? Соединил ты проводки. А дальше что? О, экран заработал. В экране дырка была. Класс. Как говорит, как тут чисто. Надо опять замыть все, да? Миу-миу-миу. Так, уборкой мы тоже справились на отлично. Даже починили пробитый экран телевизора, да? Так, что у нас осталось еще из того, что мы не делали? Во, мы еще не встречали гостей. Отлично, давайте встретим гостей. Так, что нам будет делать-то? Платье, что ли? Скоро придут гости, нужно подобрать наряд. Ну да, что это карамелька сюда в одном платьице и в одном бантике все время. Так, давайте, что там, шляпки, да? А, шляпку? Подожди. Ну? А, что, не видно? А, вот, давайте, смотрите. Так, бантик, поварёшка, корона. Ну, ой. А, да, гостей в маске встречать. Сколько всего интересного, да? Смотрите, у нас тут позволяет. О, даже доктора может. Не, давайте корона, во, ну, естественно, королева, да? Сейчас еще и плащ какой-нибудь там королевский найдем. Ну, жилет нет, черные, что-то там. А где под королеву? Так, жилеты всякие, так. Нету, да? Ну, ладно, давайте вот это будет, типа, в плащике. Ну, и обувь, да? Так. Что там у нас, коньки? На коньках, да? Валенки, коньков-то столько разных. Угу, и все, зачем мне два вида коньков аж? Ну, короче, только валенки есть и все, да? Коньки и валенки, и все. Ну ладно, не будем этого делать. Коньки и валенки не подойдут к короне. Все, приготовились, так, теперь она готова на стол накрыть. Давай, карамелька, он, кстати, рулит тут все время. Самое главное она в этой игре у нас, это карамелька. Так, окей, передвигаем стулья. Пятеро будет их. То есть, если трое котят, значит, двое гостей будет. Ну, интересно, кто что придет-то. Ну, что дальше? А, придвинули. Все, скатерть раскладываем. Чик. О, разную скатерть можно выбрать. Так, что у нас тут есть скатерти? Какие красивые, да? Вот такая, да, в полоску есть. О, ну, вот такая, пожалуй, такая будет. Так, сладости расставляем. О, печеньки. Всякие варенья, тарелки. О, тарелки? Это в каемочке, да, какой-то? Вау, могут быть какие интересные тарелки.
Еще можно по ним рисовать, что ли, да? Вот так вот. Хе-хе-хе, забавно. И могут быть узорчики какие-то, да? Вот такая вот странная тарелка у нас получится. Следующую. Это что, каждую так, что ли, да? Ого, ладно, будет без узорчиков. Будем так, быстренько. Каждую тарелку разукрасить. Ёшкин кот, да? Хорошо. Ну и такая в полосочку. Все? А, еще одна. Так, не, еще две тарелки, да? Еще две тарелки. Вот такое, так, давайте так. По-быстрому насервируем стол. Ну, у нас вообще будет крутой стол. Сервированный по полной программе. Так, о, готово все. Ура! Миу-миу-миу-миу! Так, справились с сервировкой стола и подготовкой к приему гостей мы тоже на отлично. Итак, что же у нас получается? Мы приготовили варенье, встретили гостей, убрались в комнате и на кухне, сходили в магазин, изготовили сладости, ну только с печеньем у нас немножко загвоздка получилась, но ничего. Так, в принципе, почти совсем справились на отлично. В общем, такой вот обзорчик у нас получился на игру «Три кота готовим вместе». Кому понравился наш видосик, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно заходите почаще, у нас будет много еще интересных видосиков про игры. Ну а на сегодня будем заканчивать. Все, всем удачи, пока, друзья! Yeah.